Приветище! Это уборщик островов, и мы продолжаем нашу генеральную уборку. В прошлой серии мы построили с тобой вот этот вот огромный красно-золотой мост. Теперь мы можем сюда перебраться. Впасть макаки или горилл, я не знаю, кто точно здесь изображен. И здесь нас поджидал киви. Причем с интересной приблудой. Вот такой вот качелькой. Куда мы должны что-то класть. А, и еще, если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайки. Огромное количество лайков. Прямо сейчас опускайся под видео, ставь лайкос и не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну и естественно, когда мы сюда будем класть что-то, взамен киви будет нам давать что-то другое. Я не помню, что именно, но сейчас мы с этим разберемся. Так, сперва нужно здесь прибраться. Начинается все, конечно же, с уборки. Пластик весь мы засосем и отправим в космос. Ну, точнее, не в космос, там... Космическая станция по переработке мусора. Почему именно в космосе, не спрашивай. Это будущее. Это нанотехнологии и прочь всякая лабуда. Так, пластик мы почти отсюда убрали весь. Все, у меня все битком. Закидываем. А, надо его вначале помыть. Вечно забываю, что здесь все нужно отмыть, и только потом все запустится. Так. Поливаем, значит, одной капелькой. Одной капелькой. Мне в комментариях написали, используй одну каплю. Иначе море твое высохнет в конце. Ну, я думаю, что оно в конце всяко-разно высохнет. По сюжету. Но я буду все-таки экономить. Так, скидываем весь мусор. Отлично. А, нет, не отлично. 7 пластика еще осталось. Мы забили наш трэш-автомат. Кидаем в него налоговую монетку, и он сейчас полетит в космос очищаться. Гудбай! Прилетай скорей. А вот и он прилетел. Я как раз вот уже все убрал. Ух ты, а это что за пещера? Фигеть, ну-ка пойдем. А, яичко. Здесь яичко, на которое мы смотрели в прошлой серии, в самом начале. Там вот тоже была пещерка, где мы нашли яйцо. Вот этот поворот. Провожу осмотр острова, чтоб нигде больше пластика не было. Ага, вот тут вот, на пляже еще. Тут вроде бы никак нам не пробраться никуда. Тенечков нету. Что? Повылазили грязняки. Ух, сколько их. На тебе. Получай. С одной пульки вас всех промазал. Все. Всех грязняков уничтожил. Слава богу, что тут ни одной монетки не валялось. Там вон яйцо, смотри, валяется. Ну как валяется? Оно, по-моему, даже там ящички. На пьедестале каком-то. Оставшийся пластик. Фу, блин. Кстати, тут нету банка. Нет, банка здесь нет. Придется далеко чесать своими ножками. Все. Вроде бы мы все очистили. Больше пластика здесь нету. Осталось только отмыть грядочки. Ну и хорошо, сейчас мы это все реализуем. Вот так. Начинаем отмывку грядок. Переключаем наш бластер на отмывку. И начинаем здесь все очищать. Смотри-ка, он там еще красным подсвечивается. Видать, не весь я мусор все-таки убрал. Вот. Вот теперь, наверное, все. Я надеюсь на это. Что же нам здесь нужно будет посадить? Оп-оп-оп-оп-оп-оп, к нам вылазят. Опять грязнюки и в огромном количестве. А, монетки, блин! Черт! Смотри, я монеток сколько оставил. Нифига, не тяните свои грязные руки к монетам. Вам ничего не достанется. После отмывки грядок я забыл собрать монетки, поэтому это было очень близко и опасно. Браво, Бионаут! Вы получили свои монеты. Храните ваши деньги очень безопасно. А самое безопасное место – это, естественно, банковская ячейка. Спасибо, Кэп, очевидность. Я обязательно сбегаю до банка. Жалко, что его, конечно, тут нету. Так, последнюю грядочку мы с тобой отмываем и смотрим, что там нужно посадить. Что тут? Горнана! Лезем в магзик при помощи моих часов. Сейчас мы посмотрим эти семена. Вот, вот эти семена Monkey Nut 3. То есть обезьянье ореховое дерево. Нам нужно будет его, по всей видимости, купить. Возьмем одно. Потом нам нужно... Блин, а я таких семян тут не вижу. Гронана, да, я таких семян не видел в магазине, странно. Как так-то? Подожди-ка. Возможно, нам нужно сперва посадить... Вот, Monkey Nuts. Закажем сразу 2 семечки. Чекнули мое лицо. И доставят, соответственно, мне. Спасибо, я вас очень ждал. Давай мне семена.
Мне интересно посмотреть на это дерево. Садим сюда семечку. И вот сюда семечку. Ага. А теперь поливаем. Кстати, я, кажется, понял. Чтобы получить эти семена, нам нужно вначале положить киви, натовские деревья. Ну, в смысле, ореховые деревья, обезьяне. Вот сюда мы положим, а взамен он нам даст другие семена. Мы это проверим сейчас. Но вначале нужно полить. Полить вот это. Расти! Маленький росточек, чтоб был ты огроменным. Кустики растут. Кстати, это не совсем дерево, это какие-то кусты. Зелененькие плоды. Но мне кажется, что все-таки это будут орехи. Да, это орехи действительно, и к нам кто-то пришел. Обезьянки! Шикарно. Почему у них копилка, интересно, в животе, а не на спине? Как у всех. Обезьянка. Давайте покормлю. Пупсень-вупсень. Я даже сорву для тебя орешки. Иди сюда. Ох ты, у вас двое. О, ты видел, как она на передних лапках бегает? Забавно. Во-во-во, смотри. Да вам в цирке выступать надо, обезьянки. И парой бегают так. Держите. Ого, как они накинулись. Вот вам. Не отбирайте еду, тут полно на вас двоих. Они кокулями кидаются. Смотри. Опа, и кинул свою кокулю куда подальше. Офигеть. Но это все-таки обезьяна, что с ним взять? Блин, забавно. Так, еще надо орешки, да? Сейчас принесу. Один у нас битком набит. Отдавай свои биткоины. Ого, какой-то разукрашенный. Реально цирковая обезьянка. Еще и влюбилась в меня. Давай теперь подойдем к киви, поболтаем с ним. Пусть он нам еще раз расскажет, что нужно. А, ему нужны куски мяса. Все, все ясно. Куски мяса, либо звездный фрукт, либо бамбошот. Вот он, кусок мяса. Забираем кусочек мяса. Потом звездный фрукт у нас был вот тут вот. Где бегемоты. Ага, вот оно, фруктовое дерево. Собираем. И бамбук у нас был... Надо назад вернуться. Бамбук у нас был здесь, кажется. Вон он растет. Собираем. Нам достаточно одного. Все, ништяк. Я все собрал. Все у нас с тобой есть. Осталось только киви отнести. И по идее он нам должен дать семена. Вкидываем, значит, сюда вначале мясцо. Вот. Потом звездный фрукт. И бамбуковую в эту штуку. Маловато будет. Равновесие мы еще не получили, значит, сюда нужно накидать еще. Хорошо. Давай мясо туда накидаем. Ну-ка. Ну все, все, уже и равновесие, даже больше равновесия. Перевесило, блин. Видимо, нужно еще больше набрать. Тогда мы наберем с тобой больше бамбука. Бамбука. О, все, киви сказал, что отлично, этого будет достаточно. Сейчас посмотрим, правда ли он нам сказал. Ну да, совсем чуть-чуть не хватило. Все, теперь мы можем собрать семена. Ю-ху! Он дал нам одно семя, оставшиеся семена, скорее всего, нужно будет нам дозаказать. Хорошая торговля, уборщик. На протяжении всей истории были разные способы оплаты. В том числе и бартер для товаров. Но бартер — это вот то, что мы сейчас сделали. Мы дали взамен ему какие-то там фруктики, а он нам дал семена. Это и называется бартер, если кто не знал. Так, значит, садим сюда. Поливаем это все. Посмотрим, как это дерево выглядит. Опять кусты. Какая-то морковка. Ботва. Но сейчас вырастет и будет. Похоже уже на пальму, смотри-ка. Ну-ну-ну. О! Реально пальма какая-то. Только вместо кокосов что-то другое. Фига себе. Какие-то банановые кокосы. О! Реально, банановые кокосы! Забавно. Нам нужно посадить еще вот сюда семечко. О, смотри, там еще вон семена есть. Как-то я не заметил. Значит, его сразу и посадим. Я вроде бы все посадил. Привет, мой любимый обезьян. Хочешь со мной поиграться, да? Как насчет бамбука? Он, кстати, убежал. Что-то обиделся, наверное. Там у нас все выросло. Здесь у нас почти все выросло. И должна прибежать горилла. Ну же, горилла.
Есть! Наконец-то она появилась у нас. Ништяк. Какая она грозная. Ты чё, как Кинг-Конг-то себя ведёшь? Ну вот, осталось её накормить огромными бананами кокосовыми. Чё так злишься на меня? Смотри, как он насторожился. Так, я думаю, что лучше банан сорвать с этого дерева, не подходя к нему. Бамбук можно выкинуть нафиг. А вот бананчик лови. Что не так? Я же ему дал банан. Чё-то он не хочет. Надо отойти, подожди, надо отойти. Сейчас он съест. Ага. И кажется... А вот, теперь он просит еще мне бананов. Все, мы почти с ним задружились. Сейчас я ему накидаю банан езов. Бананза! Смотри, как вкусно. Как он чавкает-то. Совсем чуть-чуть ему бананов нужно было, оказывается. Все, ты надулся? Красавец. 50 монет он нам дарит. Ой, какой обезьян-то, блин, синий. Надо тебя перекрасить, по-любому. Монетки я собираю, что мне нужно? Я хотел заказать у свиньи перекрас. Мне нужно перекрасить своих животных. Меня не устраивает окрас гориллы, как минимум. Вот, вот эти пинболовские шарики. Заказать. Вот они, мои шарамбы. Сейчас сразу... Ай, места нет. Сейчас, подожди здесь, я сейчас быстренько прибегу. Так, я что-то не понял. А где коробка с моей доставкой? Эй, шарики! Походу, я профукал свои пинбольные шарики. Они куда-то укатились. Или их обезьяны украли. Вот это подстава. Ладно, придется заказывать еще одни. Давай сюда. Вот они, шарики. Перекрашиваем обезьянок. Нет, такой цвет тебе не подходит. Такой тоже. Зеленый не очень. Блин. Ладно, оставайся таким же. А тебя мы перекрасим зеленый, не твой фиолетовый. Господи, что тут за... Какие-то цвета стрёмные. Вот это более-менее цвет, между прочим. Во! Все, так тебя и оставим. Что ж, освобождаем макаку от монеток. Остров зачищен здесь. И я хочу сесть на гориллу. Слезь с него! Макак, ты чё, блин? Я хочу на него сесть. Вот так-то. Смотри, лианы, ты можешь скарабкиваться на них при помощи гориллы. Отлично, сейчас мы это и сделаем. Побежали, макака. Ой-ой, какие у него шаги-то. Злостные. А ну-ка попробуем. Ништяк! Реально. Прикольно так лазим по лианам. Кстати, вот походу теперь мы сможем достать золотой ключик, который был у носорога. Носатый носорог. Прыгать мы умеем, хорошо. Вот яичко. 20 яиц. Вон там еще яйца есть, смотри. Ой, сколько там мусора. Обалдеть. Вон там яичко. Сейчас мы туда допрыгнем. Блин. Классно, конечно, когда-то на горилле. Главное, чтобы он нас не скинул и где-нибудь в глуши не съел. Еще одно яичко. Что у нас здесь? Можем туда запрыгнуть? Ну-ну-ну, нет, туда не можем. Но тут тоже есть яичко. Сейчас спустимся. Есть. Тут похоже, что все. Но есть вероятность, что еще вот тут где-то есть яичко. Водопадик у нас падает. Ой, нет-нет-нет, водопадик нам падать не надо. Вот яйцо спряталось. Спускаемся вниз. Ух ты, тут тоже яичко. Спрыгиваем. Так. Пару яиц вот здесь вот было. Сейчас мы снова по лианам сберемся. Баба, полезли наверх. Жаль, что ускориться нельзя. Есть, мы залезли. Яички. Вот яичко. Прям на лету его хватаем. И здесь тоже подбираем. Ага. Теперь нам надо на маленький островок вон туда. Здесь мы спрыгнем нормально. Не утонем, надеюсь. О, шикарно. Так, бегемоты, подождите. Ушли они под воду. Ладно, сейчас. Опачи. Надеюсь, они выдержат гориллу, да, они выдержали. И залазим. Опа! Еще одно яичко.
Здорово, бегемоты. Кстати, где тут Пумба-то? А, вот он, Пумба. Как жизнь, как дела? По-моему, он счастлив. Все у него хорошо. Ну, а мы полезли наверх. Яичечко, где же ты? Вон оно. Опа. Так, 3 яйца осталось. 3 яичко. Еще 1 яйцо где-то здесь должно, вон оно. И 2 яйца осталось. И где они могли бы быть? Где бы могли быть спрятаны 2 яйца последних? Ну, получается, что здесь мы вроде бы все яйца собрали. Поэтому пойдем и достанем золотой ключик. Вот он наш ключик. Где тут есть лианки? Как нам туда добраться-то? Скорее всего, по дереву мы не можем лазить, да? По дереву нет, мы не можем. Как-то нам нужно другим образом туда добраться. Но каким? Я думаю, что у бегемотов лиана нам поможет. Сейчас мы залезем. Я так посмотрел, прикинул примерно, и вроде бы вот это дерево нам позволяет перепрыгнуть на каменного носорога. Ну-ка. О, точно! Ништяк. Прямо к ключку. Опа! Собираем ключ. И нам показывают, что он открывает врата вот здесь. Конечно же, мы это с тобой знали. Потому что это единственный замок остался на острове. Ага, дружище, ты нашел золотой ключ. Скорее иди ко мне и открой меня. Не вопрос, бегу уже. Вроде бы бежим мы правильно. Запутаться здесь ну никак просто нельзя. Где этот замочек? Вот он. Ну, привет. Вот мы и добежали до тебя. Открываем. Вон, кстати, яичко сразу вижу. Ладно, ты тут потуси в теньке, а то там жарко. Яичко раз. И сейчас пойду соберу вон то яичко. Последнее. А, не так-то просто. До него нужно еще каким-то макаром добраться. Горилла мне тут не поможет. По всей видимости, тут как-то нужно... Как-то... О-хо-хо. Ух ты. Там финишная прямая. По всей видимости, нам нужно с тобой здесь все очистить. Появятся какие-то животные, хотя я вроде бы уже всех открыл. Давай проверим. Ну да, всех животных я уже открыл. Но, видать, здесь появятся какие-то особенные животные, которые построят мне мостик наверх, и я смогу туда взобраться. Ну что, начинаем уборочку здесь. Фух, здесь просто нереальное количество пластика было. Прямо огромнейшее. Больше, чем на остальных частях острова. Вроде бы весь пластик я убрал. Осталось только чуть-чуть отмыть. И сейчас должны вылезти грязнюки. Потому что им не нравится, когда слишком чисто. Все, сейчас они вылезут. Монетку собираю сразу же. Ну давайте, давайте. Ух, сколько у вас тут. Ай, попал в меня. Они монету выбили. Монету выбили. Не, нифига не дам себе вам так просто. Иди сюда, сейчас тебя засосу. Как засосу. Черт, он меня попал. Ой, выкинул его. Лети, искупайся. Может, тебе это как-то поможет в будущем. Все. Всех грязняков я уничтожил, очистил, помыл, так сказать. Продолжаем нашу очистительную уборочку. Нам всего лишь осталось очистить деревья. Ну и, конечно же, растительность. Там травушки, цветочки. Вот так вот. К нам уже пришли улиточки, крабики. Вон они носятся. Бабочек ловят. Так. А вот, собственно, и улитки. Здорово, Гэри. Вот, бабочки летают. Последняя травушка осталась. Так. Готово! Опа, ты кто? О, какой здоровый! Ты откуда такой? О-оу, берегись! Появился мега-грязнюк! Мега-грязнюк любит заблевывать все своей грязью вокруг! Останови этого мега-грязнюка при помощи взрывов! Пока его здоровье не опустится до нуля. Я понял. Сейчас попробуем это реализовать. Только чем его взрывать? Оп-оп-оп-оп-оп. Куда он идет? Что ты хочешь сделать? Получай в рот. А вот, походу, он и блюет. Фу, мерзость какая. Что ж он такое съел, что его так проносит? Еще чуть-чуть осталось, вода закончилась, блин. Интересно, я смогу его засосать? Да, попробуем. А ну иди сюда. Нет, засать не получится. Животные боятся.
Господи, он испугал всех здесь. Ничего, сейчас я его отмою. Получил. Он взорвался. Че, все? Ну, это было слишком просто. Я думал, он какой-то убер-крутой будет. Очищу это дерево, которое он загрязнил. Я здесь все очистил. Итак, что нам делать дальше? Как нам добраться до яйца? А, вон оно что, крабики нам лианы спустили. Отлично, сейчас мы заберем последнее яйцо. Кокосики мы оставляем здесь. Пускай кушает. Вызываем нашу гориллу. Горилла, ты где? Вот она, горилка наша. Быстренько телепортнулась к нам. Взбираемся наверх. Сейчас Киви будет просто рад, что мы собрали все его яйца. Поверить не могу, ты нашел все мои яйца. Спасибо тебе, уборщик. Поздравляю. Да не за что, я всегда рад был помочь тебе. Тем более ты классный. Нам дали ачивку за то, что мы нашли все яйца. И теперь мы идем к финалу. И тут нас ждет крутой робот. Ладно, я слезу с маунта. Крутой робот, который даст нам, наверное, монеты. Закрыть уровень. А, я на него сел? Хорошая работа, уборщик. Ты достиг зоны выхода и спас песчаный остров. Но есть еще два смежных острова неподалеку отсюда, которые нуждаются в вашей помощи. Как насчет того, чтобы продолжить наше приключение по спасению островов? Ну, я в принципе не против. Давай, конечно. Полетели! Ух, как высоко. Че, три звездочки? Рейтинг. Три звездочки, по-любому я заработал. Я все по красоте сделал. Три звезды. Ну что, я тебя поздравляю. Песчаный остров очищен. Если ты хочешь увидеть другие острова, ну и, конечно же, их очистку, то с тебя лайкосы. Огромное количество лайкосов, ставь, не жалей. А также подписочка, если ты еще не подписан, и крутой комментарий. А на этом все, пока. Увидимся в следующем видео.